Я говорю ребятам, вот сидят русские студенты, вот я им преподаю, там, читаю лекции в университете. Я говорю, ну вот вы любите Сталина, любим. И вы можете себе представить, вот у нас идут русские люди с портретами Сталина, чтобы в Иерусалиме евреи с портретами Гитлера пошли. Хорошее сравнение, хотя, может быть, ну, слишком в край, что называется. Совершенно слишком жесткое. Специально. А для того, чтобы, так сказать, шокировать, для того, чтобы заставить думать.